А тех, кто мужественно шел, выстоял и победил. Тех, кто положил свою жизнь на алтарь войны. Тех, кто навеки остался на мраморных плитах. Памяти павших посвящается. Традиционный митинг в преддверии 68-й годовщины Великой Победы собрал в Красном Яру ветеранов войны, тружеников тыла, первых лиц города и простых горожан, желающих почтить ратный подвиг героев. Среди присутствующих и те, чье детство расстреляла война. Дети войны наравне со взрослыми мужественно переносили все трудности и подняли нашу страну из пепла, разрушенную, но не покоренную. 2013 год юбилейный. Это год, когда стукнет 70 лет, как освободили нашу родную Ростовскую область. И сегодня вдвойне приятно, что здесь присутствуют уважаемые люди. Бывшая станица Красный Яр оставила на войне 123 человека. Это те, кто, погибая, спасал жизни миллионов. О каждом из них сегодня вспоминали со слезами гордости и горьких потерь. Эти солдаты растоптали фашизм ценой собственной жизни. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней.